Привет моим подписчикам, а также гостям моего канала. Мы уже с вами готовили в этом году клубничный джем. Сегодня мы готовим не просто клубничный джем, а с апельсином. Сейчас покажу дольки апельсинов, посмотрите, вот. Получается очень нежный, вкусный джем. Так как сейчас сезон клубники, то мы не успеваем все скушать и убираем иногда в морозильную камеру, чтобы клубника не портилась. Поэтому у меня часть ягоды замороженной, но это не страшно, вы можете использовать и свежую. Где-то примерно 1/4 часть я буду пюрировать, всю остальную я оставлю целиком. Теперь смешаем жидкую часть и целую ликовую часть тоже. И будем варить на среднем огне примерно 10 минут. Затем, пока наша клубника маленько подходит, мы нарезаем апельсин. Каждую дольку я нарезаю на 4 части. На 1 килограмм клубники мы используем целый апельсин. У меня полкило клубники, поэтому я буду использовать только половинку апельсина. Посмотрите, вот так выглядит наша клубника теперь. 10 минут я подержала ее на среднем огне. Теперь добавляем сюда апельсиновые дольки и сахар. Перемешаем и снова отправим на огонь. Доводим до кипения и до появления пенки. После того, как появилась пенка, я варила 30 минут. Смотрите на консистенцию, проверяйте с помощью ложечки. Пенку я всегда убираю, я ее не оставляю. Готовность джема проверяем, капнув маленькую капельку на блюдце. Если оно сильно не растекается, значит ваш джем готов. Чем дольше вы будете варить, тем гуще будет ваш джем. Теперь добавляем лимонный сок. Если вы будете лучше кушать сразу, либо хранить в холодильнике, если вы закатываете на зиму, то лучше добавить лимонную кислоту. И проверяем. Капнув капельку, она не должна сильно растекаться. Наш джем уже начал держать форму, поэтому я его снимаю с огня. Далее горячий джем разливаем по банкам. Я храню в холодильнике, вы можете закатывать их на зиму. Джем получается очень нежный и очень вкусный. С апельсинами получается совсем немножко другая изюминка, оригинальность. Пробуйте, экспериментируйте, готовьте в удовольствие. Не забывайте о том, что джем еще загустеет после того, как хорошо остынет. Мой джем постоял ночь в холодильнике, и он полностью готов. Посмотрите, он в меру густой, с кусочками клубники и апельсина. Я желаю вам приятного аппетита, не забудь подписаться. С вами была Лена, пока-пока!